А в Карагандинской области прошел, пожалуй, самый необычный чемпионат по футболу. На поле вышли и мамы. Всего в соревновании приняли участие представители 23 мечетей. Людмила Батюшкина наблюдала за игрой. Сегодня все имамы Бухар-Жыравского района сменили чапаны и тюбетейки на спортивные трусы и гетры. Здесь не команды, а джамагаты. Так называются общины мечетей, которые играют друг с другом. У главного имама района Аманбола Кажи сегодня ночью родилась дочь, но он все равно приехал играть в футбол. Давай, давай, тягай, жара! Сейчас священный месяц Раджаб, это святой месяц Аллаха считается, поэтому пророк нас, саллаху алейхи салям, Мухаммад Мустафа, говорил, что мы должны стараться примером показывать молодым поколениям. Идею провести чемпионат между имамами предложил глава местной поселковой мечети. Аманжан Рамазанулы с детства любит футбол. Каждый день после намаза, вечером намаза вот здесь собирались и здесь играли. Игра идет целый день. Кричать болельщикам разрешается, а вот нецензурная брань, конечно же, под запретом. Когда наступает время намаза, футболисты прерывают игру и идут молиться. По словам имамов, они хотят показать своим прихожанам, что они такие же люди, а заодно приобщить верующих к здоровому образу жизни. Идея чемпионата так понравилась имамам, что через месяц-другой они решили провести соревнования по казакшак-урес уже между мечетями области. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.